Ровно 55 лет исполнилось специализированной школе-интернату 60 для слабовидящих детей в городе Самарканде. На сегодняшний день учебные здания отстроены заново и созданы необходимые условия для обучения 350 учащихся. С деятельностью обновленного учебного заведения ознакомился Хуким области. Наряду с главой региона гостями школы-интерната стали руководители их заместители и психологи специализированных учебных заведений, для которых был проведен практический семинар на тему «Значение и особенности современного подхода к обучению детей с особыми образовательными потребностями». Глава региона поинтересовался, как организован образовательный процесс, каким образом прививается любовь учеников к книгам. Были осмотрены учебные комнаты, общежития, душевая, столовая, медпункт, кабинеты по обучению различным профессиям. Гостям продемонстрировали различные поделки, выполненные руками учащихся школы-интерната. По окончании со стороны областного управления народного образования учебному заведению был вручен подарок – телевизор.